Добро пожаловать, любители игр! Мы продолжаем играть The Last of Us Part 1. Всем приятного просмотра. Давай выдвигаться. Спасать Элли. Элли похитили. Так что все. Джоэл вроде как очнулся. Поехали. Где же ты? Элли! Куда она убежала? Вот. Черт! Давай, я прикрою! Есть! Где она? Так или иначе, ты мне скажешь! Без остановки! Попался, гад! Кончай его! Держи его! Черт! Сука! Пойдешь со мной. Пусти! Я тебя урою! Что ты нужно? Да за что? Отдохни. Так. Девочка, она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе! В городе! Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку! Она там! Можешь проверить! Спроси его! Давай! Он скажет! Я не вру! Не вру! Ты охренел! Он все тебе сказал! Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати! Хватит!
Я говорил! Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже! Не веришь? Задери рукав! Ну, смотри! Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все. Черт. О, что за фигня тут творится? Черт, заперто. Мне нужна пушка. Тут были выстрелы. Зараженные. Что? Девчонка сбежала, она заражена. Так, собери всех, кто без оружия, и уведи подальше отсюда. Найдем девчонку и убьем ее. Иди. Твою мать. Долбала. Он явно перегнул палку. Который месяц, говорю. Многое прощали. Эта малявка убила наших, да еще и заражена. Пора разгрести это дерьмо. Строим собрание. Мы голосуем. Повсюду. Здесь никого нет. Это ты, Димуля? Спокойно, она не кусается. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблемы, и мы ее решим. А теперь соберитесь, будем искать ее. А? Так я что-то слышал. Похоже, там что-то есть. Улицу.
Где они? Холод собачий. Вот, ребята, вот этого места я больше всего боюсь в игре. В этом месте мы будем сражаться с Дэвидом. Короче, сейчас будет очень стрёмно, очень страшно, очень напряжно. Тем более, мы вообще без оружия, мы так и пистолет не нашли. Короче, жесть одним словом. Сейчас постараемся как-нибудь спасаться какими-нибудь моментами. Так, отлично, аптечка. И все, ножик, кирпич. Черт, вот стрёмная хрень. Вообще. Тебя легко найти. Как это ты? Ну и ладно. Не убежишь. Ключи-то. Вот они, у меня. Ты не заражена. Я все слышу. Ключи. Молодец. Все будет хорошо. Ты всегда меня удивляешь. Жаль, что ты такая упрямая. О, прямо дикая кошка. Алекс! Выходи! Боже мой, ребят, неужели мы справились с этим придурком Дэвидом? Капец. Так быстро мы с ним управились. Я помню, как я вот в ремастере долго маялся с ним. Во-первых, была атмосфера какая-то очень тяжелая там. Здесь все-таки... Здесь все-таки у нас, ребят, побольше освещения, да и побольше вот местности. Как-то, я не знаю, лока... Да, блин. Придурки болтают. Короче, ладно, давай попробуем обойти. Короче, знаешь что? Локации расширили. Я это вообще заметил сразу, что локации стали прям реально очень обширные. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Отлично, потихонечку. Так, главное сейчас сменить пушку. Thank you.
что, допрыгался? Он на прицеле! Вперед! Он здесь! Что за хрень? Откуда здесь вещи, Элли? О, боже. Я должен ее найти. Должен ее найти. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно? То есть нет. Не в твоем стиле, да? Давай, умоляй. Пошел ты. Самая умная, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. Yeah.
Элли! Стой! Стой! Убери руки! Тише, нет. Это я! Это я! Это я! Смотри! Смотри! Это я! Он хотел! Солнышко! Ничего, ничего! Джой! Ничего! Не бойся! Ты слышишь? Нет. А что? Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Чуешь, какой ветерок? Раньше в такие дни я сидел на крылечке и бренчал на гитаре. Вот закончим со всеми делами. Научу тебя играть на гитаре. Я думаю, тебе понравится. Что скажешь, а? Ну вот. Я вчера летала во сне. Правда? Да. Давай, рассказывай. Ну, я была в самолете полном народа. И все орали, как бешеные, потому что самолет начал падать. Я пошла в кабину, открыла дверь, а пилота не было. Я скорее схватилась за штурвал, но я же не умею управлять самолетом. И перед тем, как упасть, я проснулась. Я ведь сроду не летала. Странно, да? Ну, сны – дело такое. Еще одна пустая карантинная зона. Вот больница, о которой говорилось в записи. Пойдем, Элли. Может, тут срежем?
Так, Люча, мы прибыли в карантинную зону, я хотел бы тебе позвонить, но в этом городе нет телефона. Говорят, что между зонами есть почтовая связь, но письмо идет 1-2 недели. У нас все в порядке, Ханна очень по тебе скучает только и говорит, что о тебе удивительно, насколько спокойно и рассудительно он ведет себя во всем этом бедламе. Я вот, похоже, принимаю все слишком близко к сердцу, и приходится меня успокаивать, мы хорошо ее воспитали. Капец, эти тогда записки 20-летней... Да, эти записки 20-летней давности... Так, ну что же, дорогие друзья, это уже почти финал, это уже реально почти финал, вот еще вот часика полтора игры и все будет у нас финал финальный, так. Ты чего скисла? Не, все хорошо. Просто ты как-то сегодня притихла. А, прости. Нет, я же... Неважно. Можно по лестнице. Элли? Элли? Что? Лестница. Давай. Ага. Господи. Эй! Ты куда? Элли! Элли! О, смотри скорее! Что это? Глазам не верю. Идем, скорее. О. Ты видишь? Щ, не спугни. Ладно, ладно. Чего? Все хорошо. Иди сюда, иди. Мой хороший. Ну, подойди. Давай. Привет. Просто офигенно. Куда он? Ладно, давай, пошли. Ну, не спеши так. Идем. Ух ты!
Красавчики. И как? Это то, чего ты ожидала? Ну, есть плюсы и минусы, но... По крайней мере, тут красиво. Правда, ребята, очень красиво. Я тебе скажу, город преобразился, добавили больше зелени. Во-первых, стала более масштабнее сама игра. То есть локации не такие в основном узкие стали, а вот прямо они стали более масштабными. Вау, вау. Ну просто очень трогательные моменты из этот жираф. Ну ё-моё, просто красотища. Красота. Мы можем отказаться. Ты ведь это понимаешь? А какие варианты? Вернемся к Томми и... просто забьем на эту хрень. После того, что было... того, что я сделала... я не могу все бросить. Слушай, ты хочешь как лучше, но деваться некуда. Вот закончим, пойдем куда скажешь. Ладно? Все равно без тебя не уйду, так что хватит уже. Прошлое попал. Почему? Сразу после катастрофы я оказался в похожем местечке. Куда ни посмотри, везде осиротевшие люди. Весь мир рухнул в одно мгновение. Ты тогда потерял Сару? Да, тогда. Я не представляю, каково это – потерять самого дорогого человека. Лишиться всего. Сочувствую. Спасибо, Элли. Окей, ребята, я думаю, на этом мы здесь сделаем паузу. Да, серия выходит чуточку короче на минут 10, но... да ладно, в принципе. А на этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.